пушечный залп и поднятие стяга. Святкование 749-го дня народжения Могилёва распачне с урочистой церемонии каля городской ратуши. 2 липеня у 11 годин раницы про готовность до свята протрубить сам Могислав. У день города областный центр обещает перетвориться у одиную святочную пляцовку. Например, у першиню пройдет фестиваль кветок. Разгорнется он у театральном сквере с 12 до 17 годин. Театрализованная шесть традиционно проставит историю и сучасность города и стартует о полове первой годины с улицы Миронова до улицы Болдина. Удел у им примут больше за 3000 человек. У 12 годин на пешеходной Ленинской пошнется свято национальных культур, где будут працевать 8 пляцовок. И в этот час у Комсомольском сквере откроется выстава ретро-автомобилей. Сквер 40-годи перемоги отдадены по забавляльную дитячую программу. Святочные концерты развернутся на площадях Славы и Зорок. Это далеко не все мероприемства программы.